Ну вот, что значит место хорошее. Только стал и уже сразу несколько связей провел. Отвечают как бешеные просто. Место высоченное. Когда-то вот с этой вот горы когда-то первые свои планеры конструктор, авиаконструктор Антонов пытался запускать. Вот такие дела. А сегодня мы здесь пошумим немножечко на 21 мегагерце своей небольшой мощностью. Он там уже с итальянцем сработал. Работает и очень неплохо. Вот. Немец услышал меня буквально с полпинка. Сейчас тут намолочу, я чувствую. Местечко славное. Молотит и молотит. Вот он у нас выдохся на полуслове, как раз Сербии проводил КСО, и все. И отвалился. Увы, надо батарейку побольше брать. Ой, зачем мне сей? Мне вот сюда надо. Так, сегодня у нас какое число? 23, 22 число, да? Чего у нас тут получается с сегодняшним числом? Ой, как много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11 QSO он сегодня у нас провел. Вот с такой вот выдающейся во всех отношениях антенной. Да, и с таким вот могучим противовесом. Пока батарейка не села. Ну, проработал где-то час, наверное. Или почти час, непрерывно. Вот такие дела. Да, хотя, конечно, должен бы был побольше. Наверное, все-таки батарейка тут не очень хорошая. Надо это проверить. Вот так вот. Хорошо вечереет. Сейчас займемся средней волной. Послушаем, чего там у нас слышно. Вон там вот вдалеке, по-видимому, уже Волгу будет видно. Туман стелится по земле. Красота. Просто прелесть. Огни, так много золотых на улицах Саратова, да?
Это, кажется, вот как раз про это самая песня. Оделась светило. Вот он светило. Крупным планом. Да, там закат багровеет где-то. Труба нашей ТЭЦ. И жарим его. Ясно, Ген. Хорошо. Володь, задавай тебе обратно. Там что станция была, да? Володь, прям. Ну, я пока никого не слышал. Здесь РА-4 центр Василий, РА-4 ЦВ. Ой, так, РА-4 ЦВ для всех группа. Куда он? Твою мать. Эту кнопку в темноте нажал, кнопками. Я от всех прекрасно принимаю, плюс 60, прием. Ну, мне давай, что говори. Юрий, давай. Ну, новостей-то, в принципе, ничего, сдвигов не было. Подсветка дурацкая. Так что вот, а ты ни до кого не докричался, чем я по телефону спрашивал? Я не спрашивал и не кричал. Я, ну, попозже мы с тобой переговорим, созвонимся, скорее всего, вот так вот будет. Прием. Ну легко, я всегда на телефоне. Юр. Да, я понял. Так, центр Елены Щука, центр киловатт, Щука, прием. Да, Юр, добрый вечер. Как всегда принимаю. Плюс 50 принимаю. Где так? ЦККЮК, ты еще. Да, Игорек, принято все. Ну ты меня гремишь. Как всегда гремишь. Полный зашкал, все кубики, вот, без проблем прямая станция, как по цветному телевизору. Игорь, вот такие дела. Центр Ольга Павел, УА4 центр Мария. Вот, похожие на позывные, эти самые символы-то у нас с тобой. Ясно. Так, ну ладненько, так, у нас уже все больше. Сейчас, Володь, ты... Да, понимаешь или нет? Сейчас, погоди, сейчас я подойду. Сегодня пятница. Вот, сейчас минут через 15, там, так, может быть, 20, и подскочу. Там центр Елены Павловны кто-то вызывает. На Карасте ЦВ, УБСТ ЦКЩА, группа. 24 центра Марии, добрый вечер всем. Центр Ольга Павел вызывал, его, видимо, прикрыли. И что-то он молчит. Саш, принимаешь или нет? СОП, тебе майка.